Полиция Израиля ликвидировала террориста, совершившего вооруженное нападение в Тель-Авиве. Им оказался 28-летний палестинец из города Дженин на западном берегу реки Иордан Раед Хазем. Силы безопасности обнаружили его сегодня ранним утром на юге Тель-Авива, где он прятался недалеко от мечети. Между ним и силовиками завязалась перестрелка, в результате которой он был застрелен. Потерь или раненых среди стражи порядка нет. Накануне вечером в центральной части Тель-Авива в районе улицы Визенгоф по меньшей мере один вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, два человека погибли, не менее 12 получили ранения разной степени тяжести. Власти классифицировали произошедшее как теракт. Силы безопасности Израиля намерены найти всех, кто к нему причастен. Соответствующее заявление размещено в аккаунте премьер-министра страны Нафтали Беннета в Твиттер. Каждый, кто прямо или косвенно ему помогал, заплатит за это, подчеркнул глава правительства.